Так, начнем видео под названием «Я ленивый и не хочу делать пластилиновый бортик». Значит, перед нами силиконовая форма медведь, которая еще не доделанная. Так, выполнены вот два силиконовых кладыща, две стороны жесткого кожуха. Снял я опалубку. Сейчас снимаем всего одну сторону. И вы увидите, что тиражировать это действительно легко, и можно не лепить пластилиновый бортик. Я заранее его уже маленько снял, потому что снимался он также тяжело. Здесь видно, что есть небольшие, так скажем, срезы, которыми можно, конечно, пренебречь. Здесь ничего страшного. То есть толщина силиконовой формы нас в этих местах по-прежнему устраивает. Единственное, что мы поработаем над жестким кожухом. Следующий момент. Снимаем всего одну сторону. Вторую сторону мы не трогаем. Я думаю, многие уже догадались, да, что мы делаем. Если нет, покажу. Жесткий кожух сняли. Теперь снимаем силиконовый вкладыш. Еще попробую снять, да? Так, на бок. Идем с другой стороны, да, немножечко, чтобы не порвать наш силиконовый вкладыш. Так, потихонечку, полегонечку снимаем. Снимаем отсюда. Там, где замки, получается, особое усилие приходится прилагать, потому что там площадь. Прилегание получилось гораздо больше. Так происходит процесс расформовки или достатия, изъятия модели из формы. Да, не так-то просто все. Кажется, на первый взгляд, да? Если бы нас интересовала и вторая часть, мы бы сейчас легко это сделали бы. С помощью с другой стороны бы зашли, модель бы уже сняли. Но мы же ленивые. Мы же не хотим второй раз лепить. Пластилиновый бортик. Нам надо ускорить процесс. У нас же есть еще одна заявка, заказ на изготовление нашего медведя. В общем, здесь все в порядке. Никаких отклонений нету. Что получилось? Ну, понятно уже, нет? Ничего не понятно. Получилось то, что мы с одной стороны сняли,
наш силиконовый вкладыш. А с другой стороны нет. И теперь у нас есть что-то похожее на наш пластилиновый бортик. Сейчас мы также наносим на него разделительный слой. Он подсыхает, собираем опалубку и наносим снова силикон. И поехали. Как только мы с этой стороной закончим, снимаем ту сторону. Эта часть и та, которую я уже снял, будут образовывать одну силиконовую форму. А сейчас, над которой буду работать, и тыльная сторона будет другая. Я думаю, этот процесс изготовления гораздо быстрее. При этом вам не надо второй раз лепить. Потому что здесь расстояния как бы они не маленькие. Пластилина уходит много, времени на изготовление уходит много. Ровненько сделать пластилиновый бортик, ровно сделать замки, все заново повторить. Ну это, я чуть не хочу с этим работать. Сейчас покажу, наношу разделительный слой, собираю опалубку. Поскольку процесс снятия был не очень легкий, особенно вот в этих местах, сейчас я уделил этому больше внимания. Так, как у нас было-то? Ладно, посмотрим сейчас, да? Вот так было. Собираем в обратной последовательности нашу опалубку. И все. Я думаю... И будем замешивать силикон. Будем замешивать силикон. Так, все плотно. Наверное, все перегородил. Здесь ничего не видать. Так. На эту часть. Видно хоть? Что-то видно, что-то не видно, да? Что-то видно, что-то не видно. Ну так видно, но в этом месте работает. Так. Ну и теперь верхнюю часть.
Так вот. Все. Будем считать, что мы пластилиновый бортик слепили для следующей нашей. Силиконовой формы. Быстро мы слепили пластилиновый бортик. Я думаю, да. Можем наносить силиконовый слой сейчас. Маленько подсохнет наш. Разделительный. И все. Будет все хорошо. Ну да. Поскрипывать наш. А тут. Ничего, ничего. Жесткий кожух с той стороны. Все, все отлично, я считаю. Все отлично, я считаю. Единственное, что можно было сделать, это перекрутить с этой стороны струбцины на ту сторону, чтобы в процессе. Давайте так и сделаем. Что, мозги? Чтобы было удобно пользоваться. Струбцинки. Покажу, да? Что, почему неудобно? Здесь есть вот эти вот торчашки от жесткого кожуха. И когда мы нашу форму по поверхности стола передвигаем, происходит следующее, что она зацепляется жестким кожухом и не очень удобно. Поставим сюда струбцины. Вот и все. И тогда она, наша форма от стола поднимется, наша опалубка, на расстояние струбцин. С той стороны можно снять, а можно не снимать. Если они не мешают вам. Нам ничего больше не мешает. Это можно снять. Тихо, 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 тихо. Эти можно снять. И все, замешиваем силикон, наносим. Делаем обычную нашу силиконовую форму. Когда будет готова эта часть вместе с жестким кожухом, мы снимем ту сторону. Та сторона пойдет у нас на одну силиконовую форму, и доделываем. Доделываем, как обычно, нашу силиконовую форму. Все, в принципе, больше здесь никаких хитростей и тонкостей нету. Сам процесс изготовления, вот он, усадки при этом, который возникает, никак не влияет на качество силиконовой формы. Вот такой вот небольшой лайфхак, лайфхак. Или еще как вы называете. Короче, секрет, по-русски будем говорить, да? Который даже не секрет, наверное, это опыт или наблюдение, которое можно использовать и ускорять тем самым процесс изготовления ваших силиконовых форм, если вам необходимо именно продублировать. Вот, допустим, на заказ у вас есть две вот таких вот силиконовые формы. Если у вас две модели, можно, конечно, параллельно их изготавливать. Да, это будет быстрее, но если у вас всего одна модель, и заказ, например, сначала пришел один, а потом уже второй, то есть в процессе изготовления, то можно вот так. Можно так. Я считаю, что это неплохое решение.